Доброго дня. Собралась немножко погулять. Сегодня предпоследний день, потому что в понедельник я уже улетаю. И хочу сходить там в один магазин, кое-что себе купить. И на улице очень жарко, нет особенно такого желания. Но все равно, когда уже сходишь, все равно надо что-то зайти, что-то приобрести. Вот. И пойду, пока не сильно жарко, выйду погуляю. А тут у меня вон ребята мои лопают. Как лопают хорошо. Один и второй. Думаю, положу им чуть-чуть. Хотя у них норма. Норма 30 грамм, но я их балую. Я им все равно по чуть-чуть даю, потому что себе не давала. Они орут, во-первых, бегают. Все скидают, то лучше всего им что-то дать. Быть более спокойным. Ада уже поела, умничка, аж переливается, солнышко такое. Да, Ада, вкусно было? Очень было вкусно, скажи, да. Теперь можно и полежать. Залазь. Альдзи? Ада? Так. Молодец. Умничка, девочка такая, такая умная, Ада, такая она очень умная такая. Очень умная, да. Ну, а это вот оторви и брось, Томас номер два. Этот вообще чудеса творит ночью. Это чудеса, ему и валиджа интересно, ему и сумки, и медицина, все подряд. Все, что неправильно лежит, он все быстренько ставит на место. О, пожалуйста. Есть у него где отдохнуть. Он может себе Лео отдыхать. Скажи, такой важный Лео, да? Лео, ты важный? Скажи, всем огромный привет. Это я, Лео. Да? Это я, Лео. Немножечко уже вышла с дома. Смотрю, говорю, все-таки сколько зелени в Италии? Сколько цветов? И мало все-таки дождя, все равно растет. Хоть и сырость большая, но растет очень много всего. И у моей Роберты, тоже знакомой, все цветы так цветут классно на балконе. Но сегодня очень жарко, прям парит. Я когда дома сидела, вышла. Меня даже немножко даже подташнило. Вроде бы таблетку выпила, давление. Но чувствуется, что температура на улице уже 10 часов, очень жарко. Магнолия какая большая, самолет летит, видно, сдалека. Прямо так низко над городом. Здесь, кстати, недалеко посольство белорусское. Всегда ставят охрану возле них. Церковь видна так большая. Большой центр Порто ди Рома. Да, здесь очень много людей, кстати, и когда-то мы здесь были еще с Андреем и с Колей. Да, еще у нас машина была, тогда мы ездили. Это очень давно было. И там огромный центр. Вот такой вход сюда. Смотрите, какая зелень. Раньше, конечно, такого не было. Все как-то меняется. Вот. Видите, красиво. Все подрезано, чистенько. Такое огромное здание. И огромный центр. Здесь чего только нету. Вот такой, видите, вход. Здесь очень много. Есть игры какие-то, автоматы. Для детей развлекательные всякие, кофе. А там уже вход. Большие магазины.
огромные скидки, 30-50%. Вот то же самое Adidas. Кстати, вот панталоны Фил, 14 евро. Разные. Пожалуйста, вспомните. Булочки тоже Фил. 50%. Шортики. Вот. Штаны 34,80. Сумочки. Такая. Кстати, здесь огромный магазин, это все итальянское. Смотрите, какая красота. Розовый в таком стиле. North Face, молодые дети, сейчас посмотрим. Посмотрим, какие тут цены. Магазин. Сальдо 50% с цветочками, оригинальный просто. И вот, смотрите, какая красота. Сумочки, смотрите, тоже. Это детский магазинчик. Смотрите, какая красота. Ну, здесь вот техника всякая. А это Zara Home, но здесь все для дома. Видите? Огромное. Кстати, здесь очень много ходят людей с собаками. Вот смотрите, магазин, как здесь любят животных. Баку здесь тоже сушило все. Интрата, видите, такой каминчик. Вот 499 евро. А вот такой вход в магазин. Да, здесь. Всякие виды каминов. На гриле, видите. Посмотрите, какая красота здесь, цветочки. Обалдеть, это я очень люблю. Мы когда-то с Колей здесь очень много покупали всего. Тут много земли и горшочков всяких. Виды кактусы. Смотрите, какое огромное количество. Посмотрите, здесь какие классные композиции. Кактусы вместе со всеми этими. Красота. Взял бы домой, но уж не довезешь по дороге. Здесь тоже много, видите, всего. Базилик, всякой травки. А это бонзайчики. Посмотрите. Это все для дома. Здесь тоже какие цветочки. Какая красота. Смотрите, красиво оформлены композиции. Обалдеть. Так закрыты. Орхидейки. Орхидеи немножко привяли уже, конечно. Смотрите, какая красота.
как растет ванда. Вообще обалдеть. Вот это синяя колби. А мне она умерла. Просто супер. Ну, как красиво тоже орхидеи. Посмотрите, какие они разные бывают. Оранжевая, синяя, красная. Боже, обалдеть, какая красота. Даже себе представить не могла, что она такая красивая. 23 евро стоит такая орхидейка. Это вот мне Коля тогда купил, она у меня пропала. Папа ее, конечно, угробил. Але бесподобная тоже здесь. Вот видите, это все натуральные орхидеи. Посмотрите, как они живут, как они растут. Смотрите, какой у них грунт. Сверху камушками почему-то прикрыты. У нас немножко по-другому они растут. Это все натурально. Не искусственно, что... Вышла с магазина. Жарко очень сильно сегодня. Мне очень понравилось. Вообще я сильно, говорится, вообще впечатлена. Это орхидея Ванда, та, что, которая была у меня, как она здесь растет. Вообще она, каких она цветов бывает. Вообще очень прикольная. Я бы хотела такую. Леро Марлен. Очень классно. Мне очень понравилось. Особенно орхидеи, которые там. А сейчас я еду в Икею посмотреть немножко. Давно уже не видела Икею. Посмотрим вместе. Смотрите, как внизу здесь делают паркет. Такая красота. Три оливковых деревья. И вокруг так посажены цветочки. И магазин Икея. Забыла дорогу и поехала в гараж вниз. Какой большой выбор здесь. Молодцы у них. За цветами очень люди смотрят. И здесь какая красота. 3,95 разные виды кактусов. Вот, смотрите. Какая красота. А эти вот-вот зацветут. Обалдеть. А вот какая композиция с кактусов. Это, наверное, ванды. Те, что у меня была, да, в колбе. Какая красота. Она еще и голубая. У меня умерла. Бассейнчик вот такой. Материалы всякие тоже. Захожу в магазин Икеи. Энтрата. Здесь такие ступеньки, там люди кушают, а потом заходят. Смотрите, какая тут установка, какая кухонька. Обалдеть. А это для детей. Это тоже вот такая красота. И здесь как спальня. Спальня для гостиной. Девицкая. Кухонька какая. Mm-hmm.
один из видов кухни. Интересно. А тоже вариант из кухни. Вот тоже вариант. Смотрите, какая классная комната. Там рядом уже. Здесь тоже всякие вещи для кучины, для кухни. Тоже какая студия. Смотрите, прикольная кухня, студия. Смотрите. А это, по-моему, кухня. Туалет. Ванна, да. Смотрите, какой прикольный. Кто мне скажет, 10 раз говорит прикольно, но реально прикольно. Уже давно в Икее не была. За столько лет. Первый раз. За 6-7 лет я уже не была в Икее. Кровать 25-12, постельное белье. Такой вид спальни. Это тоже, вот видите, такой вид спальни. А это здесь кровати, которые предлагают, видите? Девочки, спальня, классный вариант. Смотрите, как для детей тут весело. А игрушки какие. И осьминоги. Детям точно понравятся такие комнаты. Вообще